Сегодня 28 февраля, едем за сенажом, силосом в упаковке. Там этот ямина такая проблемная. Сейчас, если проскочим, проскочим. Если не проскочим, то будет видео, как мы буксуем. Ладно, смотрите. Ну вот, ползем потихонечку. Два трактора, потому что, фиг знает, могу там застрять. И стенаж тяжелый, по два, по три рулона. Вот, там канал очень, но плохая. Это на следующий год ее будем как-то делать, чтобы там был доступ нормальный. Вот сейчас одну засыпали кирпичом. И, наверное, будем летом засыпать и эту канал. Там раньше была при колхозе труба, но кто-то ее подтырил, и образовалась там канава в нехорошем месте. Ну ладно, смотрите дальше, что сейчас будет. Ну вот, у нас началась вот такая вот дорожка. Там-то еще посерьезнее будет. Не знаю, как это будет из кабины видно, но такие нормальные колеи. Сейчас посмотрим, что там. Потихоньку, я-то с куном боюсь, а ты-то... Так, вот ее кирпичами бы закинуть, а так бы... Сейчас Игорек попробует здесь проехать с телегой. Там уже будет видно, о чем говорить. Ну, в принципе, более-менее нормально. Проехали. Сейчас посмотрим, что будет с рулонами. Как, наверное, снова так же сделаем. Я первым пройду. Ага. Thank you.
вот этот толкни. Вообще ушло. Посмотрим. Куда он собрался? Цепляй его на удавку. Не вытащить без передка, блядь. Мучит нах.
хватит нам тросат. А нет перчаток-то у тебя, что? Нет, зачем? За шкафом. Повыше только цепляй. Ну что делаешь-то? Швырнул в рулон, и за это мучаемся. Проехали, все нормально.